Как правильно задекларировать свои доходы? Как получить индивидуальный номер налогоплательщика? Соответствует ли действительности сумма налога на имущество? Получить ответы на свои вопросы, как говорится, из первых уст налогоплательщики смогут при посещении налоговой инспекции. 21 и 22 сентября учреждение проводит День открытых дверей. Это означает, что инспекция будет работать в обычном режиме, правда, дольше, чем обычно. С самого утра и до вечера в учреждении ждут всех, у кого есть вопросы к налоговикам. Как правильно подать декларацию о доходах, что необходимо для того, чтобы получить индивидуальный номер налогоплательщика, в какой срок нужно уплатить налог на имущество. На эти и многие другие вопросы сотрудники инспекции ответят 21 и 22 сентября. Мы готовы принять граждан каждый день, но именно вот в эти дни как-то хочется более так людям оказать больше внимания на участках, вот везде, именно в стенах налоговой инспекции. Поэтому приходите, будем очень рады помочь. Каждый инспектор, в принципе, в оперзале произведет консультацию по вопросам вот исчисления и уплаты. Квалифицированную именно помощь и поддержку окажет. Имущественные налоги граждане должны оплатить до 1 ноября. Если налогоплательщик не согласен с суммой, указанной в уведомлении, он может пройти в инспекцию и проконсультироваться у специалиста. Налоговики обещали помочь каждому, кто обратится за помощью. Сделать это можно будет в пятницу с 8:30 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 18:00.